мне что-то страшно эту хуйню смотреть. Что это? Эй! А, блядь, оно на паузе стоит. Долбоёб. Все события персонажей. Бля, а чё 18+? А чё такое? А что это за говно вообще? Подожди, это что-то новое? 27 апреля? А! Ебанутая, блядь. Я... Пиздец, я пукнул. Я думал, это в видосе. А это, сука, мешап готов. Мы Кизару уже заценили, если чё. Мне не понравилось. Ебать, это что это? Из Игры Престолов, что ли, мадам? У меня тут прям целый фильм. Серьезно? Опять? Чтобы не скучал, сидел. Реально похоже на нее. Я забыл, как ее звали. Она такая еще мощная, жесткая. А чего две категории? Творческая личность. Музыкант. Твоя любимая. Ага, обожаю просто. Лида? Ага, сейчас я Лиду послушаю. Не хочу. О чем видео, я не понимаю. Это с 98-го. У меня сейчас процесс стартовал, нужно оформление. Номер дела АТ-1702347. Да, все верно. Время растянуто. Заранее лучше. Спасибо. Угу. И это, ребят, давайте сегодня попроще, хорошо? Да ебать, ничего себе там офис. Прикольно выглядит. А, да. Ну прям как настоящая рок-звезда. Лежит на кожаном диване. Перед ним стол, на котором ебаная, алкоголь, бля. Наркота. Да. И где-то там звуки. Людей там, люди орут. Ааа, Моргенштерн. Пиздец. Я в ахуе. Хесус? Азиз! Азиз! Симпатичные туфельки. Меня Альшерка звать. Номер дела АТ-1702347. Оповещаю вас, что я представлен к вам в качестве палача истязателя. Охуенно. Продолжай. Вы в курсе, почему вы здесь? Да, лучше не рассказывай. В вашем деле указано, что вы решили поднять себе уровень влияния и известности посредством смерти от передозировки. Все верно? Я понял, к чему. А, я понял. Он типа умер. А чего? И попал, короче, где-то в чистилище. Типа рок-звезда. Смерть на... А, это же я только что говорил. На пике карьеры. Мамка торгует... Я не готовился, блядь. Я вообще в первый раз это видео вижу. Ну просто это очевидно же было. Ёбаный свет. Ну типа, ну... Ну типа, блядь. Ну я, да, я опять сценарий писал, и что, блядь? Продажи растут, лейблы в ахуе. Классика. Ну, считай так. Значит, вы признаете, что пошли сегодня на это осознанно? На чё, на передоз? Дядь, я в этом деле не первый год. Громче. Да, блядь, максимальная громкость, это видео такое тихое. Я откуда знаю, почему оно такое? Вопросик у меня на контроле. Да ты можешь погромче говорить? Не переживай. Тем более еще концерт впереди. Хорошо, сделаем вид, что вы оповещены о причине смерти. Да погоди, погоди. Во-первых, я люблю жизнь. Обожаю. Во-вторых, если бы я решил себя ёбнуть, я бы это красиво сделал. Ну там, быдло, ты ебаная, блядь. Да, блядь, дайте посмотреть. Можешь.
Ну, короче, я понял. Чего он сделает? Боже. Во-вторых, если бы я решил себя ёбнуть, я бы это красиво сделал. Ну, там, не знаю, блевотой подавился, например. Ну, короче, я понял. Ты мне сейчас будешь за грешки, да, предъявлять? Доношу до вашего сведения, что вы попали к нам в первую очередь из-за самостоятельного выхода из жизни. Помимо прочего, список ваших деяний — это совращение малолетних, популяризация ядовитых веществ и полный перечень смертных грехов. Также доношу до вашего сведения, что символ зверя на вашем лице увеличивает уровень ваших истязаний с 5 до 7 уровня. Я думал, дядя Дьявол наоборот это оценит. А там сейчас я. Ой, не, нихуя себе, это не я. Уф. Могли бы меня позвать роль сыграть. Просто выйти и зайти. Зайти и выйти. Было бы забавно. Ящ. Тем более он же говорит постоянно, это ты меня в интернете обсираешь, ну типа. А я такой черт, типа, ну типа. Креативный отдел. Можно, пожалуйста, попросить вас чуть-чуть поторопиться, да, вот эти вот свои адские дела ускорить? У меня концерт, там все-таки люди ждут. Как бы давай. А погромче еще можно, не? Что за хуйню смотришь? Да я ебу, блядь. Дело открыто у нас, это уже вердикт. Мне сказали посмотреть. Ладно, меня заставили. Кто? Вы! Алло, я по делу АТ-1702-347. Ребят, вы издеваетесь надо мной, что ли? А кто это нам звонит? Я же просил проще. Это что за процедура такая? Так, ему в жопу что-то вставят или как? Ну да, я изучил бегло. А можно другой? Грешнику это как относится? Да? Алло, сделай. Тогда надо досмотреть. Угу. Чё, хуёво? Понял. Понял. На какой странице инструктаж? Спасибо. Чё, со мной даже в аду проблемы. Какие тут паузы? Так, и что у нас там в этом чемоданчике-то? Быдло, ты ебаная, блядь. Понятно, ничего. Опа. А, блядь, он сейчас заставит слушать его свои же треки, что ли? Блядь, только не это, ну. Это, или что это, петь их? Что? Блядь, ну что? Не. Должно быть что-то необычное. Готовился. Не тем концом. Ну, шнур. Бля. Только не скипай. Ладно. Мы смотрим фильм с Моргенштерном, ебать. С Егором Кридом уже выходил, а теперь с ним вышло. Ждем, когда со стримерами начнут снимать фильмы. Хотя бы такие. Так. Взломать стримеров. Ну, кстати, а чё, отличная идея. Типа, стример такой сидит, что-то там стримит, и тут бац, его взламывают. И такой, вау! Чё? Происходит. Ну ты долго будешь, блядь. Скажите ряд... что-нибудь. Хуй. Раз, два, три. Пошёл нахуй. Нормально? Я так понимаю, они импровизировали, то есть не было каких-то прям заготовленных фраз. С импровизацией, конечно, у него все не очень. Ладно. Шучу. Или не шучу. Быдло ты ебаная, бля. Спасибо. Рось забирает джекпот. Самая бэби-мама. Пошел ты нахуй, демон.
Бля, ты тупой, что ли? Это реалистично. Чё, там готова студийка наша, нет? Ну да, когда умирал, тоже попадал сюда. Я готов. По-моему, даже в этой комнате сидел. О! А вот это вот тебе зачем? Бля, сейчас будет охуенная актерская игра. Наверное, да? А вот это тебе зачем? А, ну, только ради бога. Будь нежный. Нет? Да? Мистер Чёрт, я по-вашему, ну, типа, вообще ничего хорошего за жизнь не сделал. Что для вас хорошо, для нас неприемлемо. Да и вообще мне все равно, если честно. Бля, хорош. Верю. Полное погружение в этот ваш блядско-адский аттракцион. Ебаш? Ебаш? Чё за хуйня, чувак? Чувак? Ну вообще-то демон. Помогите! Чё, всё, сука, обосрался, да, бля? Хороший звук. Ой, я в ахуе. Нормально они его, конечно. Окей, а в чем мораль? Трек сейчас сделают из этих воплей. Готово. Я же говорю, сценарист, чё вам надо, блядь, от меня? Только нахуя? Я тогда об этом не подумал. Вот тебе и хит. Это тупо я, когда делаю реакцию на его треки, только это внутри меня, понимаете? То есть снаружи я такой, типа, веселый, позитивно комментирую, а внутри вот эта вот моя душа, она вот такая сидит и рыдает. Вот это ему, собственно говоря, за все хорошее, блядь. За то, что мне приходилось терпеть. Нихуя. Это он че, блядь, откуда он, с какой комнаты? Из комнаты Егора Шипа, что ли, вернулся? Ебать, нихуя. А я делаю вдох. Сегодня хорошо. Даже молитвы читали. Кто? А у тебя? Музыкант какой-то. Хотя, я не уверен. И как он тебе? Да все они одинаковые. Вот этот монтаж, конечно. Ебать графон. Ты
Ясно, какая-то хуета, блядь. Не, ну как бы... Окей, сделано качественно, я не спорю, конечно. Снято круто. Тут прям такие локации, все так это... Ну, типа... Ну да. Операторская работа тоже неплохая. Вот. Да. Звук немного хуёвый. Тихо. Но вот сценарий, сюжет, что-то немножечко так. Ну а так в целом, да, смотрите, кадры прикольные получаются. Перемотал сюда, сюда, блядь. Неплохо, ладно. Но смысл, зачем это нужно было делать, я немного не понял. Завалю, завалю нахуй. Уебу, уебу, бля, нахуй. А, дайте мне что-нибудь, какую, блядь, таблетку выпить.